Хочу к вам на марафон, только не люблю считать килокалории. Пока мы их и не считаем. Я их сама терпеть не могу считать, поэтому нет. Здравствуйте, наша дорогая, здравствуйте. Первые дни марафона сладкая водичка, мы не голодаем. Да, вот правильно, Катя. Добрый вечер, как попасть на ваш марафон? Просто напишите мне в директ, либо на почту, которая в шапке профиля. Самое душевное, всего хорошего, спасибо. Ого, я сушилку на ночь ставлю. Вот, я тоже говорю, как хорошо, что я была рядом. Потому что она просто горела. Причем я ее несла к раковине, чтобы быстрее ее потушить, а она продолжала гореть. То есть вот прям вот очень опасно. Лучше на ночь не оставлять все-таки приборы такие. Представляете, вот, допустим, да, случайно какая-то штучка, там, не знаю, то, что сушит. Чинила вентилятор, спираль начала тогда накаляться и загориться. Класс, да? Лучше такие вещи на ночь не оставлять. Все отлично у нас. Ночью был дождь, а так все замечательно. Живу, дышу, кайфую. Умничка. Добрый вечер, без марафоновских эфиров скучно. Девчонки, совсем скоро, 12 дней осталось. Для меня вода – это голод, потому что вы одна. Когда вы в компании, то это уже не голод, это уже очень вкусная вода. Я со второго марафона из Финляндии, скучаю по вашим спокойным эфирам. Добрый день. Здравствуйте, Лерочка. Похудели, похорошели, довольны, счастливы, мужья любят, дети с молоком, все хорошо. Ура, вы здесь, привет, да, Аллочка. Добрый вечер, милая Ирина Александровна, наша милая, добрая, самая лучшая. Привет, Аленочка. Добрый вечер, Ирина Александровна. Здравствуй, Наташа. Я давно в числе марафонцев, голода нет, все в нашей голове. Это точно, Олечка, это правда. Смотрю только ваши эфиры, спасибо. Да-да, я увидела прямой эфир, скорее к вам. Иринушка, вы наша, как к семье своей бегу. Спасибо, Олечка. Ирина Александровна, здравствуйте. А есть марафон для набора веса? Это если только ко мне домой, в подвал. Вот говорят, что я Юру в подвале держу. Вот, давайте я вас в подвал посажу, откормлю. Мне кажется, я кого хочешь откормлю. Я просто так готовить люблю, а кормить некого. А рецепта вяленых помидор как такового-то и нет. А что там рецептировать? Вот смотрите, сделали вяленые помидоры. Укладываете слой в банку. Берете потом чеснок, нарезаете. Укладываете сверху. Потом берете розмаринчик сушеный, там еще, что я брала, розмарин, брала итальянские травы, паприки немножко брала, соль, перчик. Все, после этого я следующий слой, и вот так слоями до конца. После этого слегка, чуть-чуть только придавливая. После того, как баночка полностью у вас набивается целиком, после этого заливаете оливковым маслом. Вот и весь рецепт. Много надо готовить на марафоне или нет? Гораздо меньше, чем вы обычно готовите. И точно сэкономите, это 100%. Вы всем отвечаете так приятно, спасибо. Скучаю, скорее бы новый марафон. По-моему, в подсчете калорий нет ничего сложного вообще. Может быть и нет, но я не люблю. Ну вот, понимаете, у каждого свое. Я терпеть не могу считать калории. Это не мое. Поэтому я без этого. Как вам новый район, где Оля живет? Очень нравится. Марафон стоит 1200 рублей. Вчера вернулись из Астрахани.
Вот, смотрите. Вот они прям идут слоями. Слой по... Он говорит, что он привык. С Бородулихи приезжали когда-нибудь в Новую Шульбу? Конечно, конечно, еще бы. Про Беларусь что думать? Я стараюсь не думать об этом. Честно говоря, тяжело смотреть на такие вещи. Вяленые помидоры в сушилке? Ну, вот я рассказывала только что, что я сушила, и у меня сушилка загорелась. Поэтому я потом досушивала уже в этом, в духовке, а потом еще и на улицу вынесла. Я здесь тоже из-за спокойных эфиров. Спасибо большое. Сколько вам лет? Мне 55. Значит, после родов снова к вам на марафон. Вяленые помидоры только в сушилке. Ну вот я досушила, я только уложила, вот даже они не успели даже посушиться. Я только уложила их в сушилку, и она загорелась. Вот, поэтому я сушила в духовке, и потом в конце еще вынесла на улицу на солнышко. Патюля, привет! Марафон для беременных? Нет такого марафона. Как я рада вашим эфирам, спасибо! Здравствуйте, уважаю вас, вы очень хорошая. Спасибо. Тогда собираю чемодан. Лиля, я реально же откормлю. Ну да, раньше хоть муж у вас кушал. Да, сейчас он кушает, как птенчик. Что-то совсем мало стало. Похудел, похорошел. Так боюсь уже, может, ты девушку завел? Че ты сразу улыбаешься? Девушка. А? Ты глядишь, там Инстаграм потихонечку ведет. Может, тебе написал кто? Инстаграм я не веду. Возьмите нас, пожалуйста, в ваш подвал. Как сделать из свежих вяленых? Ну, смотрите, я взяла помидоры такие удлиненные, знаете, да, черри такие, сливка называется. Вот, я разрезала их на 2 или на 4 части, в зависимости от того, какой помидор по размеру. Если прям совсем маленький, то на 2 части. И после этого укладывала просто и сушила. Поддерживаю марафон для беременных, чтобы сильно не расползтись. Вы можете к нам на марафон зайти и не расползетесь. У нас очень хорошее питание. Просто водные дни пропускаете первые 2.